Приветствую вас на канале Час Ремонта. В этом обзоре расскажу про водонагреватель Ariston Pro 1 R-ABS. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Водонагреватель электрический, накопительный, разработан для установки внутри зданий в бытовых и хозяйственных помещениях и предназначен для нагрева воды ниже точки кипения с возможностью снабжения горячей водой системы ГВС в нескольких точках водоразбора – ванна, кухня, туалет. В дальнейшем водонагреватель способен поддерживать заданную температуру воды в автоматическом режиме. Конструктивно накопительный водонагреватель состоит из внутреннего бака, теплоизоляции, нагревательного элемента ТЭН, регулятора температуры, термостата и магниевого анода. Внешний корпус белого цвета выполняется из металла. Форма водонагревателя цилиндрическая. Электрический накопительный водонагреватель монтируется на стену, для этого он оснащен кронштейном. Способ монтажа вертикальный. Подключение холодной и горячей воды осуществляется с нижней части корпуса при соединении G1/2 дюйма. Теплоизоляция водонагревателя выполняется из полиуретана и обеспечивает минимальные потери тепла в режиме сохранения горячей воды. Встроенный регулятор температуры позволяет вручную задавать желаемую температуру нагрева воды, а встроенный термостат контролирует температуру нагрева воды внутри бака. Магниевый анод обеспечивает дополнительную защиту внутреннего бака от коррозии. Сам внутренний бак выполняется из стали с антикоррозионным эмалированным покрытием Titan Shield. Для нагрева воды применяется встроенный трубчатый электрический нагревательный элемент ТЭН, который преобразует электрическую энергию в тепловую. Для нагрева воды применяется один режим работы, максимальная температура нагрева до плюс 75 градусов. Регулировка температуры происходит посредством ручки. Световая индикация подскажет, когда вода в баке будет нагреваться и когда дойдет до заданной температуры. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Некорректно показывает температуру. В комплекте нет анкеров. Нагревает долго. Не совсем понятное реле со стрелкой вверху. Давит теплую воду в обратку. Теперь перейдем к положительным. Цена. Монтаж под потолок. Большой объем. Удобен в эксплуатации. Можно установить вертикально и горизонтально. Хорошо держит тепло. Есть в комплекте УЗО. Титановое покрытие корпуса. Обратная связь важна для нас, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Час ремонта».